Так, 28 сентября 2023 год, сестричка, с днем рождения. Ты посмотри, какой подарок матушка природа нам преподнесла. Ну, тебе, конечно, на день рождения. Луна впереди, на ближайшем расстоянии от Земли. 356 тысяч километров. Это каких-то 9 экваторов. То есть, если ты по экватору пробежишься, проедешь. Ты же велосипедистка. На велосипеде 10 раз. 9 раз. По 40 тысяч километров. Это будет прямо нынешнее расстояние до Луны. Луна бывает на расстоянии 405 тысяч километров, что больше 10 экваторов. Ой, зачем нам столько педали крутить? Вот у нас сейчас в центре кадра экватор. Ой, господи, экватор. Кратер Аристарх. Молоденький, беленький. 60 миллионов лет. Он даже младше, чем я, наверное. Это кратер Тихо. И Луна полная. И на ближайшем, то есть, чтобы ты понимала, сестричка, обращаюсь персонально к тебе, раз уж у тебя день рождения. Когда Луна находится в перигее, то есть как сейчас, на ближайшем расстоянии к Земле, она на 12% ярче. Она, да, по-моему, и на 12% угловое, не, угловое расстояние, по-моему, там 6% больше. Угловое расстояние, угловые размеры ее увеличиваются. Ну хорошо. Давай сейчас так полностью его возьмем в кадр со всеми ее кратерами. Платон. А, кратер Платон я как раз не показывал, да. Вот он наш хорошенький. Вот, вот этот вот по центру экрана кратер, это 100 километров в диаметре. Легко ориентироваться. Когда вы будете бродить по Луне. В общем, сестричка, с днем рождения. Надеюсь, скоро это все закончится, и мы увидимся с тобой. Ух ты! Звезда упала. Даже жалко, не попала в кадр. Ну что ж ты сделаешь? Тоже тебе подарок к дню рождения наверняка.